Молодые специалисты-медики приступили к работе в клиниках области. Новому поколению врачей рады, ведь до сих пор в регионе больше 600 медицинских вакансий остаются свободными. В первой горбольнице Архангельска молодых коллег встречают всем коллективом. Виталий Барашков продолжит. 17 врачей и 10 медицинских сестер. В первой городской больнице Архангельска приступили к работе молодые специалисты. Работа оказалась несколько не такой, как она представлялась, какой она представлялась. Но, опять же, благодаря тому, что в университете во время учебы было очень много практики, а параллельно с учебой также была и работа. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что я был готов к современным условиям труда, к современным условиям медицины. Среди новичков – неврологи, хирурги, терапевты. По сравнению с прошлым годом, в государственную медицину молодых специалистов пришло чуть меньше. Клиники признаются – дефицит во врачах есть. Да, на сегодняшний день мы можем принять 40 человек врачей, из них 25 анестезиологов. Но у нас существует программа, которая привлекает молодых специалистов. Там включены и подъемные, и снятие жилья на вторичном рынке. На сегодняшний день у нас есть там премиальные формы молодым специалистам. Некие гранты Минздрав обеспечивает, когда молодой специалист интересуется наукой, своей профессией, может это получить. Сейчас у больницы появилась возможность предоставлять своим работникам служебное жилье. Особенно здесь ждут дефицитных анестезиологов и патологоанатомов. Если в одной из центральных клиник региона проблема с кадрами, в районных больницах ситуация еще сложнее. Сейчас в области не хватает 640 врачей. Привлечь туда медицинских работников призвана госпрограмма «Земский доктор». Эта программа рассчитана на участников до 50 лет. То есть они могут приехать из других регионов к нам, трудоустроиться и получить эту выплату 1 500 000. То есть 1 000 000 для врачей, 500 000 для средних медработников, фельдшер. То есть, но они берут на себя обязательства определенные, отработать не менее 5 лет. За все время реализации программы участие в ней приняли 259 человек. Всего же в области работает около 4500 врачей. Задача властей – создать комфортные условия для медиков, ведь статистика пока неутешительная. Из 400 выпускников медицинского университета работать в регионе остается лишь половина. Виталий Барашков, Денис Линчевский, регион 29.